Тань, ты знаешь, как летают в самолетах виолончелисты? Как-то особенными? По-особенному? Как с любимыми женами. У окна место виолончели, рядом летит музыкант, и он нежно придерживает инструмент рукой, даже если тот пристегнут ремнем безопасности. Забавно. Значит, музыканты виолончельного квартета «Растрелли» занимают целых 4 ряда. А ведь можно было ограничиться в квартете традиционными скрипками и сэкономить на билетах. Нет, член жюри нашего конкурса в номинации «Струнные инструменты» виолончелист Кирилл Кравцов не просто любит свой инструмент не в квадрате, не в кубе, а именно в четвертой степени. Пока, возможно, однажды виолончели и их музыканты будут занимать весь салон самолета. Кстати, коллектив «Растрелли» Челло Кворет не случайно взял в название имя великого итальянского архитектора Растрелли, приглашенного строить новую столицу России. И не только потому, что трое музыкантов родом из Питера. Они также строят новое в музыке, адаптируя произведения для 4 виолончелей. И сейчас мы услышим в изложении Сергея Драбкина, Михаила Дегтярева, Кирилла Тимофеева и Кирилла Кравцова знаменитые танго Астора Пьяццоллы «Обливион» и «Либертанго».